Всем привет! И снова вы на канале Растяжка с Кутузовой, и снова мы хотим позаниматься растяжкой. Сегодня у нас будет интересная связка. Для продольного и поперечного шпагата очень многие просят в одной тренировке включать и тот шпагат, но я слишком дотошная, поэтому я работаю, как правило, с одним шпагатом в одной тренировке. Но эта связка, она пойдет в основную часть, то есть вы сначала разомнетесь, потом будете делать эту связку, она будет такая, наверное, круговая. И, соответственно, после этого, что хотите, продольный тяните, безопорный поперечный, ну, кто совсем крейзи, пожалуйста, обычный поперечный, вы можете это растягивать. То есть основная часть, основная эта круговая связка будет направлена и туда, и сюда. Надеюсь, понятно. Все, мы с вами начинаем, то есть мы уже размялись, окей? Мы начинаем с вами из положения лягушка. Давайте я... У меня тут нет особой возможности сесть как-то по-другому. Лягушка. Я думаю, что все, кто занимается уже по этой тренировке, все понимают прекрасно, как делать лягушку и где найти положение, в которое было бы растяжение, но не суставная боль тупая. Все. Из этого положения мы начинаем сначала двигать двумя голенями. Одна вверх, другая под себя. Вот так. Хорошо? 8 раз. Раз. Два. То есть в марафоне я говорю, что двумя голенями двигать нельзя. А вот это упражнение я говорю, что двигать надо одновременно. То есть они обе на полу не лежат. Еще. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Мы остались в одной позе. У нас с вами сзади нога выпрямляется. Сейчас я чуть продвинусь. Выпрямляется, ягодица не сидит на пятке, у нас голень уходит во внешнюю сторону. Мы поднимаем, разворачиваем, садимся попой на пятку, наклон в сторону, обратно. Сгибаем, колено вытягиваем. И раз, два, три, четыре, обратно, шесть. Раз, что-то в квадрат не попал. Там, туго с утреца. Еще. Последний. Остались в этом положении. Согнули ногу. Оп. И начинаем выпрямлять. Было бы хорошо, если бы у вас были блоки. Вы бы поставили руки на блоки. Выпрямляем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вытянули. Раз, два, согнули. Правая рука в упоре. Разворот. Еще два. Последний. Захватились. Притянули пятку к ягодице. Держим. Возвращаемся в лягушку. Оп. Смена положения. Оп. Передвигаюсь. Ногу вытянули. Разворачиваемся. И раз. Наклон. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Не успеваю так быстро. По камушкам больно. У нас с вами последний раз. Оп. Остались. Ногу согнули. Притянули колено поближе к ребрам. Разгибаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Последний. Восемь. Вытянули. Оп. Закрутились. Пятка не касается ягодицы, она с внешней стороны. Разворот. Семь. Захватили. Притянули пятку к ягодице. Держим. Вертикальный корпус больше тянется пах.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ногу вытащили. Глубокий выпад, ногу вторую поставили. У нас с вами подъем, опускаемся, разворачиваемся обратно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Таз вниз, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остались складки, подъем руки, пятка тянется в пол. И раз. И два, и три, четыре. Руки назад от пола, держим. Пять, шесть, семь, восемь. Руки вперед, выпад. Раз, ой, скольжу. Сейчас, погодите, упрусь какой-нибудь камушек. Вот так. И раз, и два, и три. Все равно скольжу. Четыре. Пять, шесть, семь. Колено поставили, проверили впереди стоящий колен. Скорее всего, оно у вас было в более согнутом положении. Руки наверх. Дышим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки вниз и на предплечье на каждый счет. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стопа сзади сокращена. Подъем таза, разворот. Только таз вправо-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Колени не сгибаются. Восемь. Разворачиваем стопу и сгибаем колено. Раз, два, три. Четыре, пять, пятка вовнутрь должна быть, шесть, у меня тут через раз получается семь, потому что скольжу, восемь, разворот, оп, оп, поехали, у нас с вами складка, выпад, развернулись, забыла, но вы знаете, что у меня проблем с этим, поехали, сочинить без проблем, повторить сложновато, я надеюсь, я такая не одна. Еще вверх, 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 последний раз, остаемся в складке, оп, только рука, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки назад, фиксируем складку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Руки вперед, выпад. И раз. Что ж такое? И два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Колено опустили, проверили впереди стоящую ногу. Руки наверх. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки вперед, четыре опускания. Раз, два, три, четыре. Стопа сократилась, снова исходное положение. Чуть-чуть ноги соберите, чуть ближе. Стопы выворотно, присели. Стопы завернуты, локти вниз. Поехали. И раз. И два. Последний раз мы остаемся с вами в этом положении. Кто может, захватитесь за щиколотки, кто не может, упритесь в колени и держите себя, да? Колени уходят у нас с вами назад, макушка тянется вперед.
Вверх. Вру. Вверх тянется макушка. Дышим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Все захватились за щиколотки. Таз поднимается ровно до горизонтали. Чуть-чуть и вниз. Это я покажу с вами сбоку, чтобы точно было всем понятно. И раз. И два. И три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Снова внизу остались. Тянемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Руки в пол. Таз наверх. Стопы закрылись. Поехали вниз только. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ноги раскрываем с вами гармошкой. Оп-оп-оп. На ширину. И опускаемся то на одну ногу глубоко, то на другую. Один. Два. Только через верх. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Остались в этом положении. Кто может, разверните, пожалуйста, стопу вверх. Кто не может, поднимитесь на пятки, немножко опустите колено. Да? Вы можете выехать ножкой вперед, тоже возможно. Руку поставьте и потянитесь боковое вытяжение. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Теперь все, кто стояли на пальцах, руки назад, складываем ногу вот в такое положение, тянемся в складку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вытащили себя. Покатая плоскость очень сложно. Давайте одной рукой будем опираться. Подняли ногу. То если тренер не может, это позор, да? Вытянулись макушкой наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И теперь внимание, смотрите, у меня колено будет сгибаться в сторону, я буду приводить к солнечному сплетению свою стопу. И вытягивать. Хорошо? И раз. И два. И три. Четыре. Пять, шесть, тут кусается, семь, восемь. Ногу положили, оп, раскрыли, через верх, в другую. Напоминаю, что вы можете стоять на пальцах, руку поставить и наклончик. Держим. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Руки вниз. Чуть-чуть корпус отвели, поставили ногу. Закрутили складочку. Один. Макушка вперед. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Рукой помогли себе, да, опереться. И подняли. Оп. Макушкой вытянулись наверх. Дышим. Один. Вот я плохо села, но у меня тут... Я боюсь свалиться. У меня тут обрыв. То есть вы должны тянуться копчиком все-таки к вертикали, да? Не заваливайтесь назад. Раз. Я вот если вот так, то буду с ровной спиной. Два. Ну вы держитесь двумя руками. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, а теперь сгибаем на каждый счет. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Ногу положили. Колено подняли. Вытянулись. Развернулись. У нас с вами положение колено вниз, стопа наверх.
Согнули. Разворот. Раз. Наклон. Ой-ой-ой. Наклон. Два. Опустились вниз. Три. И колено на вниз. Четыре. Снова разворот. Наклон. Обратно глубокий выпад. Разворот. Еще. Один. И два. И три. Четыре. Последний. Пять. Шесть. Семь. Стопа сокращенная. Таз наверх. Разворот. Оп. Поставили. Колено согнули. Поехали. И раз. И два. И три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Стопа. Выворотно. Подъем. Ноги собираем. Разворачиваем их выворотно. Руки отпускаем. На каждый присед колени в сторону, руки наверх. И раз. И два. И три. Четыре. Пять. Колени до конца можете не втягивать, особенно у кого они кузнечиком. Семь. Восемь. Вниз. Макушка вниз. Тянемся. Один. Два. Три. Колени у нас уходят на мизинец. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Руки в центр. Таз наверх. Оп. Опустились. Вытянулись. Ну что, мы с вами молодцы. В общем-то, основная часть закончилась у нас. Точнее, первая часть основной тренировки. Дальше вы идете на шпагаты, они могут быть активные, пассивные, статика, динамика. А потом вы идете на активную гибкость, удержание, домахи. Махи, но низкой интенсивности. Ну, кому очень хочется, можете, пожалуйста, баллистические махи. И все, и ваша тренировка закончилась. Спасибо, что выбрали меня своим тренером. Я была очень рада с вами заниматься. Я надеюсь, вид вас тоже немножко вдохновил. Это старый Сиде, ну, античный. Античный Сиде. И до новых встреч на моем канале. Всем пока!